Всем привет, друзья! Вы снова на канале Борода Плей. С вами снова я, Серега. Друзья, наливайте чай, кофеек, берите вкусняшки, печеньки, садитесь у экранов. Мы с вами продолжаем играть в игру Full Throttle, ремейк игры Full Throttle. Вау, тихо. Ремейк игры Full Throttle. И если вы впервые на канале, то обязательно подписывайтесь, ставьте все колокольчики, чтобы все уведомления к вам прилетали, вы ничего не пропускали. Репосты, комментарии приветствуются. И лайки, ваши пальцы вверх ставьте под этим видео. Мне будет очень приятно, поможете мне и моему каналу. В общем, на чем остановились? Мы приехали вот на эту корпорацию, где проходят какие-то гонки на выживание. И взяли кролика. Что делать дальше, не знаю. Давайте сядем, попробуем, стой, на байк. И куда-нибудь просто скататься попробуем. Он показывает, вот вверх можно. Поехали вверх. Вот съехал, отлично. Скелеты. Зашибись. Убежище грифов на другой стороне поля. Грифы? Я много слышал о грифах. И я думаю, все это правда. В смысле, это что мы кинули? Гранату или что мы туда кинули? Так, я так понимаю, это что-то заминированное поле или что? Мы кинули камень, там что-то взорвалось. А кролик нам типа показывает, куда идти? Да, против этих ребят не попрешь. Нет. Не хочет. Так, ладно, ну вот сейчас давай. Нет. Он оставляет след. Зашибись. Батарейка. Блин, вот что дело. Вот, в прошлый раз... Вот так это все выглядело раньше. В прошлый раз он говорил, мне нужны кролики, много кроликов. Вот для чего. Они будут скакать и все мины позрывают. Хорошо, у нас есть батарейка. Батарейка села у нас в тачке, в игрушечной. Сейчас мы поставим туда батарейку, посмотрим, что будет. Да, кстати, еще нашел такую штуку, вот подсветка, видишь, можно посмотреть, что здесь можно использовать. Только толку от этого очень мало. Так, у нас есть батарейка, окей. Что такое пара баксов в обмен на вечные воспоминания? Для крови... Это вдохнет в нее немного жизни. Окей, да? Точно, точно. Вытаскивай ее. Только не исчезай. Все эти сувениры наверняка подорожают за год на 300%. О, это что-то новенькое. О, это слишком приятель. Давай, тащи назад. Демонстрация окончена. Отлично, и он на выход. Посмотри теперь, что ты сделал. Этот проход через всю фабрику. О, это слишком приятель. Папочка идет. Все, теперь отлично. Его нет, и кролики мои. Кролики, я так понимаю, вот эти, да, нарисованы? Отлично. Теперь идем, как я понимаю. Блин, вот игра поперла. В прошлой серии реально ходил, не знал, что делать. Уже башка не варила, не знал, что делать. А сейчас зато игра поперла. Сейчас мы идем туда, выпускаем его на поле. Всех этих кроликов. Просто все само собой, смотри, начало происходить.
Окей. Поле заминировано. Я уже понял. Грифы постарались. Да, против этих ребят не попрешь. Давай, выпускай. Бля, это будет очень долго, да? Ну-ка. А, здесь такой был звук, да? Хе-хе, прикольно. Так это выглядело очень-очень давно, друзья. Вот эта вот каша, которая сейчас ползет, это кролики. Намного приятнее отрисовали, конечно. Они сейчас так все быстро помрут. Блять, два только осталось. Так, и чё? А как бы все? Не получится. Нет. 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 Нет, это, конечно, прикольно. Нет. Не получится. Не хочу болтать впустую. Это бесполезно. Не хочу болтать впустую. Нет. Не получится. Так, машина. Это все гоняет, да? Смотри. Бам! Еще один value pack. Мне нужно ездить туда-обратно, что ли? Еще кроликов брать у него? И сколько раз мне так нужно будет скататься? Да ты серьезно? Да ты серьезно? Мне так нужно бегать постоянно? Я в ахере. Там, блядь, чтобы по всему полю пробежаться, то будет, там нужно будет много коробок. Ёбушки, ну ладно, что делать, давайте. Может, двух коробок хватит, не знаю. Нет. А да ладно. Нет. 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 Чё-то я не догоняю, погодь. А он все равно их здесь, смотри, выкидывает, и все следы пропали. Не понимаю. Я думал, мы продолжим, как бы, их высаживать, десантировать, и они будут нам дальше дорогу прокладывать. А там все заново. Не надо воспоминаний. У меня достаточно шрамов, напоминающих об этой поездке. Нет, без машинки не повеселишься. Так, ладно, без машинки не повеселишься. Нет. Не надо так с кроликами. Не надо так с кроликами. Не врубаюсь.
Не надо так с кроликами. Это бесполезно. Я туда не собираюсь. Они все думают, что я пришил их любимого шефа. Так. Здесь больше делать нечего. Реально не врубаюсь, что делать. Блин. Да, против. Нет. Нет. Серьезно, давай еще раз попробуем выпустить, посмотрим, что будет. Я не врубаюсь. Не получится. Полет валькирии такой, нашествие кроликов. Нет. Нет. А, он их, смотри, он их собирает. Нет. 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 Так, у меня один кролик остался. Да, против этих ребят не попрешь. Нет. Не люблю сюрпризов. Так. Бля, я не врубаюсь. Зачем нам брать одного кролика? Может, их толпой не надо туда? Может быть, пустить одного? Тут вообще другой шел по другому пути у меня кролик. Подожди. Нихера не понимаю. Когда я выпускал одного, он шел вообще по другому пути. Чего, блядь, делать? Сейчас попробуем собрать... То есть я одного кролика успел схватить? Сейчас попробуем схватить несколько. Будем выпускать... Попробуем выпускать по одному. Я не знаю, это что-то даст, не даст. Так, быстро собираем. Не получится. Получается. Стой, сука. Окей. Не получится. Так. Вот они все, да, есть. Давай, по одному, во. Бля, один взорвался все равно, может быть, не это. Это, может, сейчас обратно все придется делать. Допустим. Нет. Нет. Не люблю. Да, против. Да, против этих ребят не попрешь. Так, он пошел не туда.
Вот сюда вот надо, вот, подожди. Так, прыгает, подожди. Вот они идут по протоптанной дорожке, блядь. Вот сейчас будем смотреть, что будет происходить. Долго это, конечно, пиздец. Пипец, это долго. Да, против этих ребят не попрет. Нет. Ага, вот так надо, я понял, ладно. Да, против этих ребят не попрешь. Окей, вот идею я понял, я уже начинаю пробираться. Да, против этих ребят не попрешь. И у меня закончились кролики, заебись. Не получится, не получится, не получится. Да что у тебя не получится, иди ты сюда. Не получится. Не получится, не получится. Да что у тебя не получится, ты чё? Не получится. Он прикалывается, что ли? Давай попробуем вот так вот сделать. Не получится. Он запоролся. А нет. Вот, есть. Делаем еще раз то же самое. Я не знаю. Бля, это жуть. Это сейчас нужно опять успеть их схватить. Еще не факт, что мы вообще туда, как бы, там же можно куда-то вот вверх, а можно они еще вправо бежали. То есть там еще несколько вариантов, наверное, есть, как я понимаю. Пиздец. Вот это, конечно, блин. Заеба та еще. Они сюда убежали, но я не знаю, правильно ли это место. Я думаю, сюда вот их все-таки надо. Нет. Подожди, забыл. Хватаем. Бегом, бегом! Бегом! Тихо! Хватай! Хватай говнюков! Мы всех словили! Заебись! Вот, пошел сохранение. Не получится. Нет. 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 Так. Ну, давай попробуем вот так вот. Да, против, да, против этих ребят не попрешь. Кроликом управлять я не могу. Да, против этих ребят... нет. Нет. Вот мы забрали кролика, погоди. Нет. Нет. Да, против... нет. Мы обратно кролика схватили. Не люблю сюрпризов. Так, давай.
Нет. Нет. Бляха, они что так быстро взрываются? Да, против этих ребят не попрешь. Нет. Бля, ну хоть бы хватило, а я уже заколебался кататься. Нет. Да! Ну все, слава тебе. Вот парень, о котором я тебе говорила, Сюзи. Ты уверена? Ага. Этот парень клёво убил моего отца. Братва! Навешайте ему! Давай разорвем его побыстрее. Нормально. Послушай, Мо, ты здорово заблуждаешься. О, Бен, ты прав. Мы не должны торопиться. Мы должны вытащить все наружу. Как ты думаешь, Сюзи? Эй, время есть. Вы слышали, ребята? Послушаем, что он нам скажет. Троц убил Ринбургер, а не я. Мы с Корлем были друзьями. Малькольм хотел, чтобы ты возглавил его компанию. Малькольм хочет? И ты смеешь болтать про моего отца, ты бессердечная сволочь. Твой отец. Я сказала, заткнись. Так, про отца нельзя говорить. Корли и я? Я сказала, заткнись. Я не виновен. В чем-то? Ну ладно. Так. Я не виновен. В чем-то? Это повторяется, хорошо. Я теряю терпение, Марин. Ты можешь потерять гораздо больше. Так. А что тогда еще говорить? Окей, достаточно? Так, ну давай, окей, достаточно. Окей, достаточно. Хм, не пойдет. Да ладно. Я теряю терпение. Теряю терпение, Марин. Мы уже говорили. Ты можешь потерять гораздо больше. Я не... Отпусти меня, а то... Отпусти меня, а то... А то что? Я натравлю хорьков на тебя, я разнесу все на куски, я назову тебе имена, я тебе все кровищу вообще, назову тебе имена. Я назову тебе имена! Например? Хозяйка норковой фермы. Динамо в пеленках. Это называл ее отец. Динамо в пеленках! Как? Да-да-да. Где ты слышал это имя? Твой отец сказал, как раз перед смертью. Ты убил дубиной моего отца и болтаешь о старых временах. Я не убивал его. Это Рипбургер. Фотограф сделал снимки, но тот головорез, который явился за тобой, украл ее фотоаппарат. Я... Но пленка все еще у меня. А, так прояви ее, а? В этой одежонке неуютно. Ладно, разберемся. Эй! Извиняюсь. Да ничего страшного, подумаешь, пополам еще не разорвал. Не беспокойся. Я собираюсь достать Рипбургера, даже если сдохну. Нет, мы должны разоблачить Рипбургера на собрании акционеров. Таким образом мы уроем его, спасая мою маму. Опять тихо. И завещание твоего отца исполнится. Ты возглавишь Корли Моторс. Рипбургер отменил собрание акционеров. Он сделал заявление в прессе, что собрание не будет до тех пор, пока преступники не предстанут перед судом. Никакого собрания акционеров. Так тоже неплохо. Мы не подухнем. Ладно, разберемся. Окей, идем далее. Сфальсифицируем смерть Бена и Марин. Акт первый, сцена первая. Адриан Рипбургер в отчаянной попытке выманить Марин из убежища разработал следующий вонючий план. Первой премией в гонке будет старинный мотоцикл «Хардтейл», который восстановил Мо со своим отцом. Рип надеется, что Мо попытается захватить этот мотоцикл из сентиментальной привязанности к нему. Итак, переодетые Бен и Мо выступают отдельно и выходят на старт этой стремительной гонки. Она заканчивается трагически, когда их автомобили взрываются, и они считаются погибшими. Вопрос.
пожалуйста, вопросы чуть позже. Итак, взрывчатка в машине Мо может детонировать только от лобового столкновения с машиной Бена. Это сиденье катапульта выбрасывает Мо во время взрыва, и она безопасно приземляется. Ты думаешь, никто не увидит, как она катапультируется из машины? Нет, все будут смотреть, как ты бегаешь горящим. Да, у меня еще один вопрос. Как я буду бегать, автомобиль взорвется, ты выберешься из него в огне и побежишь по стадиону, отвлекая зрителей. В своем классном костюме из асбеста, конечно. Гениальный план. Ладно, дорогуша, теперь давай немножко порепетируем. Порядок, ребята. Зашибись. Устраивайтесь поудобнее. Пора начинать. Самый кровавый и разрушительный, грандиозный марафон на выживание для водителей-любителей компании Corley Motors. Встречайте команду наших гладиаторов. Эта таинственная личность не открывает нам своего настоящего имени. Понятно, вот я справа, это понятно. Он предпочитает, это в парике в кривом. Таинственный мститель. Ну не смех ли, а, ребята? Что-то я не понимаю. Кого они собираются одурачить своим нелепым видом? Да за ладно. За ним следует еще один новичок. Пожалуйста, грандиозный салют в честь принцессы гонок Дорин Шморлей. Отлично, ребята. Сделаем их. И, наконец, последнее добавление на сегодня. Страшная команда, известная как «Братья Бум-Бум». Попробуй и сейчас же отваливай, сосунок. Хорошо. Готовы ли вы посмотреть беспечную езду? Так, а как ездить? Готовы ли вы увидеть невероятные разрушения? Тогда гонка на выживание начинается! Так. Где ты, Бен? Держись, Мо. Я еду. Так, как бы еще... А, вот, все, вот как есть, все. Трамплин есть, погоди. Ага, взад, вперед. Машина застряла, когда я спрыгнул сверху. Похоже, у этих детишек стеклянные челюсти. Так, походу, один готов, да? Тогда... Ага, ага. Мо, посмотри, как там брат. Блин, а что такое? Почему не договорил? Бен, что ты делаешь? Ну-ка, давай, приложи меня. Так, у нее желтая машинка, да? Этот не дает мне двигаться, подожди, к ней. Так, окей, подожди. Он не... Я хочу перепрыгнуть через него, он мне не дает этого сделать. Он не дает мне этого сделать. Погоди. А с этой-то машины что? Вот с этой, подожди. А, это куда? А, да все, это вот еще зеленый есть. Бен, я не могу игнорировать. Так, зеленый что-то вообще не чуть. Так, ладно. Надо что-то зеленый сделать, мне кажется. Это прям ходу мне не дает, ну. Так, а что есть еще? Есть один трамплин. Thank you.
Пока не врубают, что надо делать. Херня какая-то непонятная. Это не дает ей выехать. Не дает нам подъехать. Так, друзья, вроде... Короче, мучился и вроде нашел такой лайфхак, что может не лайфхак, может так и надо сделать, я не знаю. Вот эту машину нужно подставить. Нихуя себе. Тихо, а чё начнут? Ни хрена себе! Эту машину нужно вроде как подставить под трамплин. Зачем, не знаю. Вот она специально подъезжает сюда. И теперь мы должны вот туда дотолкать. Как, зачем, я не знаю. Это пиздец. Вот это просто такая лютая дичь. Есть, подожди. Это просто жесть. Так, вот трамплин, сука. Окей, погоди. Под трамплин надо ее поставить. Зачем? Не знаю. Что это даст, вообще не понимаю. Тихо. Так, теперь смотри, я отъезжаю сюда. Сейчас, погоди. И едем вот так. Давай... Вот сука, а. Вот попробую это сделать. Это ж пиздец какой-то. На трамплин она не лезет. Вот она стоит на том же месте. Все, успокойся. Он не дает подъехать. Он просто... И когда он ударяет ее, она оживает. Ну это пиздец. Вот что с этим делать? Как это называется? Я черт его знает. Так, ладно. Так, теперь мне этот будет пинать еще, да, дружок? Так, он промазал, погоди, наша очередь. Есть. Айо! Вот на это можно оставить просто все нервы к чертовой матери, реально. Готово. Все, они заглохли. Я поехал куда-то мимо. Просто что-то с чем-то. Давай попробуем ее с трамплина просто как бы скинуть туда. По трамплину ее попробуем туда сейчас затащить. О, отлично, вот так вот, давай. Окей, хорошо, погоди. Пиздец. Отлично. Отлично. Супер. Так, нам бы теперь вот как-то ее туда толкнули бы.
Окей. Так, а вот теперь... Да! Окей, братья Бумбу, блядь! Все кончено. Это пиздец. Хватайте его! Что ты делаешь? Вы что, заснули? Это пиздец. Идиоты. Окей, Мо, время нашего большого финала наступило. Давай. Постойте, что это? Это неизвестный мститель, и он в огне! Давайте поможем ему, ребята. Больно смотреть. Мы действительно должны его вытащить оттуда. Ну что за зрелище, а? Так, еще. Убегаем, наверное. Пока никаких известий от мисс Шморли. Это выход. О, какая человечность. Так, во-во-во, сюда еще, вот. Какой болевой порог. Все загорелось. Нет. Думаю, мститель никогда не слышал слов что... Нет. В смысле нет? Он и да, ребята, похоже, что мероприятие выходит из-под контроля. Огонь охватил стадион, но не надо паники. А я что делаю? А, вот, все нормально, все хорошо. Так и должно быть. Дерби окончено. Спасайся, кто может! Жесть-то какая. Так, мотик забрали, да, вроде? И, наконец, теперь лови светлячка, пока горячий. Смотри, как бегает. Так, а, вот, нам можно бегать, окей. Ну все, уходим? Не уходим. Пошли. Ну, я же молнии бежит. Не получается. Так, он, понятно, подожди, он... У нас куча зайцев, но как применить, я не знаю. У нас не показывает, что вообще можно с этим поделать. Что тут можно предпринять, скажите мне кто-нибудь. Показывает только выход и все. Так. Игрушка жесть, конечно. Чё здесь придумать можно? Так, Я сел к ним на крышу? Это нормально? Или это баги какие-то? Всё, блядь! Я не понимаю, что делать. Я просто не понимаю, что делать.
Вот сюда вот можно, нет было. Ой, бляха. Запрыгиваем. Может, в огонь надо? О, что-то происходит, погоди. Пиздец. Что случилось? Вы взяли его? Я в охуе. Мы справились, Болюс. А это значит, что Рибургер должен сделать нас вице-президентами, как и обещал. И дать нам по 10 тысяч акций. Забавный запах. Что это? Рисунок, кстати, в старой версии тоже очень красиво, смотри. Ну вот, настал светлый день. Я сделал 20 тысяч акций. Пора проводить собрание акционеров. Все, типа, все сдохли, якобы. Где Хардтейл? Эти двое, которые за мной гонялись, весь сдохли. Весь на полу, мистер Мститель. Разобрала? Что случилось с твоей глубокой привязанностью к мотоциклу твоего отца? Бен, это всего лишь тачка. Я могу собрать ее опять за полчаса. Возможно, это поможет найти ключ. А какой ключ, ты говоришь? Ключе ты говоришь? Ключ от сейфа моего отца. Я помню, что он спрятал его где-то в этом мотоцикле. Но я обыскала все и не смогла найти ничего, даже похожего на ключ. У меня есть кролики, давай себе взорвем к ебаной матери. Что у нас в сейфе такого важного? Что там в сейфе такое важное? Завещание моего отца. Я надеюсь, что он скажет, в конце концов, правду обо мне. Почему он скрывал тебя все эти годы? Он не хотел, чтобы люди узнали про мою мать. А что такого было в госпоже Корли? Она не была моей мамой. Так. И как мы собираемся пробраться на фабрику? На заднем дворе фабрики есть тайный ход, который ведет прямо в офис отца. Он брал меня с собой. Я помогала ему разрабатывать дизайн мотоциклов. Это когда он был слишком стар, чтобы работать самому? Нет, это когда мне было еще 6. Как я найду секретный проход? Тут есть хитрость. Ты должен подождать, пока все датчики погаснут. Потом ты врежешь по стене, как раз справа, и ты внутри. Как я найду точку, куда врезать? Отец знал точно, куда надо ударить. Я помню, что там была большая трещина на стене. Ага. Она была на уровне моих глаз. Нужно ударить по стене как раз перед собой. Эти странные ворота откроются. Так, хорошо. Что, если я не смогу найти эту точку? Прикинь высоту трещины, подожди, пока все датчики погаснут, и бей. Это место, по которому надо врезать незаметно. Послушай, мне было только 6. Не приставай. Так, посмотри, что я смогу сделать. Так, как прошел твой полет? Как прошел твой полет? Во время прыжка было несколько взрывов, и я приземлилась на минное поле. А в остальном все было в порядке. Куда мы попали? Куда мы попали? Это Си-330, промышленный грузовой реактивный транспортный самолет «Большой Рот». Мы хотели возить в нем тачки на мотогонке. Вы пробовали поднять его в воздух? Возить, Бен, возить. Этот малыш уже отлетал свое. Так. Помнишь, ты пытался убить меня? Да, мы преподали тебе урок. Я в порядке. Ага, классно. Теперь помоги мне найти ключ. Я никогда не найду этого секретного прохода. Эй, Бен, ты не видишь, что я занята? Если я смогла найти место, по которому надо ударить, ладно, когда мне было 6, я уверена, что ты сможешь его найти в своем возрасте. Посмотрим, что я смогу сделать. Хорошо. Давай, смотри. Не хочу болтать впустую. Так, 48053. Ой, блин, ключ имеется, подожди. И что это было? А, это я вышел. Так, погоди. Хм.
Так, погоди. Как это вообще может быть связано? Так, смотри, я открыл какие-то вот эти, здесь какие-то цифры. Посмотрим, что я смогу сделать. Хорошо. Или мне их надо запомнить, что ли? Я понять не могу. Подожди. Позже, надеюсь. Не, я думаю, железки в порядке. Что бы это значило? Блять, неудобно, он вылетает из этого. Чуть-чуть не туда нажал, уже все. Так, в любую сторону мы выходим, да, получается? Ну да. Хер поймешь. Ёбаново. Так, ладно. Вот фотографии. Мне они ни к чему. Покажи их кому-нибудь из шишек, если удастся. Допустим, я не знаю, может быть, типа он как-то посмотрел, эти крышки открыл, посмотрел, он их запомнил, сейчас сам ведет. А теперь нам нужно пойти на задний двор, тут вот сюда. Вот, когда они погаснут, куда-то надо ударить. Вот они погасли. Ударить надо сюда, что ли? Займусь этим позже, когда будет время. Подожди. Это бесполезно. А вот куда надо ударить-то, она говорила? Трещина. Так, это выход. Ну, только здесь загорается. Вот. Так, ладно, давай. Ищем. Так, здесь нет, загорается еще здесь, подожди. Еще где? Подожди. Ну, займусь этим позже, когда будет время. Вот и ищи, да?
Да ёб вашу ж мать, как это бесит. Закрыто автоматически, накрепко. Еще и заржавел. Пипец, это нужно искать. Трещина. Сейчас будем с этим еще ебаться долго и упорно. Пиздец. Займусь этим позже, когда будет день. Займусь этим позже, когда будет день. О! Вот, вот она немножко блестит даже. И вот звук был. Попал, блин. Займусь этим позже, когда будет в день. Ёб твою мать. Так, есть. Мебель двинуть? Нет. Мебель двинуть? Нет. Хорошо. Уже посмотрю, как это выглядело. Оу, ну и ничего. Так, посмотрим. Не хочу болтать впустую. Толстое стекло. Не бьющееся. Так, вот здесь еще что-то. То ли показывает, то ли кнопка. Ага. Это сейф. А вот теперь попробуй вспомни, какие там были цифры. Друзья, это пиздец. О. Не достать. Мебель двинуть? Нет. Так, смотри, у нас... Давай еще раз сейф попробуем. Только цифры 6 штук. Я могу отсюда выйти? Я могу отсюда выйти. Цифры 6 штук. Так, цифры 6 штук. Поехали посмотрим на те цифры, которые у нас были в деталях. Значит, только цифры и 6 штук должно быть. Поехали. Ой, бля. Шесть штук цифр, мать их. Так, давай смотреть. 6 штук. А, подходит только вот это. 1, 5, 4, 4, 9, 2.
Все остальные их меньше. Вот здесь вот непонятно, что вообще написано. 8, 9, 1, 6, 7 или что-то типа того, да? А здесь вообще буквы. Кстати, нихера, вот здесь еще подходит. Блин, это жопа. Это жопа. Сейчас, друзья, я это просто сейчас щелкну. Щелкну. Да? Я это щелкнул. Сейчас, секундочку, еще вот это вот щелкну. И сейчас просто попробуем. Так, 1-5-4-4-9-2. 1-5-9-9. Короче, я сфоткал. Один. Один, пять, четыре, четыре, девять, два. Сейчас посмотрим. Так, 1, 5, 4, 4, 9, 2. Да, единственная. Здесь какая-то карточка. Единственная комбинация, ребенка, да, которая подошла. Я уверен, что это завещание Корлея. Так, взяли, да? Он открыт. Это мы взяли, да? Так, пленка, ага, карточки, все, отлично. Здесь что? Закрыто. Карточка у нас есть, погоди. Зайчики взрывоопасные, погоди. Порядок. Есть, ставим пленку. Кажется, собрание началось. Он был не только вдохновляющим лидером, отлично, но и большим личным другом. Его потеря нас глубоко потрясла. Мы с Малкольмом часто обсуждали будущее. Мы говорили о дне, когда Корли Моторс преодолеет положение новичка и перейдет в автомобильную эру. И хотя его трагическая кончина произошла раньше, чем кто-либо ожидал, мысли Малькольма Корлея живут. И я воплощу в жизнь его мечты во имя памяти о нем. Так, найдите, давайте быстрее, нам пленку надо воткнуть. Я рад представить вам будущее Корлей Моторс. Микроавтобус Корлей. Корли был прав. Он не хотел этих микроавтобусов. Так, смотрим, что можем сделать. Понятно, погоди. Так. Что за... Что, черт возьми, здесь происходит? Я занимаюсь. Только заменю лампу и управление мотором. Так, я что сделал? Ну да. Вернемся к презентации. Ненавижу это старое железо. Мой ремень и то не надо так часто чинить. Ага, забавно. Этот Рибургер может тявкать. Откуда он достал такие бабки? Эй, кто ты? Давно ты здесь? Эй, охрана! Помогите! Охрана! Ты чего спишь? Он побежал вниз по коридору. Шевелись! Мэвис, что-то привиделось, наверное. Так, туда заходить нельзя, значит, подожди. Еще раз заходим в эту комнату. Так, вот это что? Закрыто.
Закрыто. Ладно, давай попробуем. Нет. Корли Моторс всегда была динамичной компанией. То есть отрубается? Нет, смотри. Ай-яй-яй. Это невыносимо! Я занимаюсь! Что-то с лампой сейчас починю. Ну да. Я прошу прощения. Что-то с лампой, а если только это вырубить? Мотоциклы — это неплохо, но они привлекают нежелательные элементы. Не надо. Не надо. Только заменю лампу. Так, хорошо, это мы все видели. Пока она меняет, может мне сюда надо зайти? Посмотрите на этот двойной подбородок. Ну и рубашонка. Помогите! Не то. Это мы все видели. Вот. Нихера не понять. Надо отрубить, надо, короче, чтобы она туда зашла что-то. Мы пока она там, и чтобы сюда зашли. Так, здесь еще одна дверь. Ну, давай сюда попробуем. Закрыто. Закрыто. Так, пленка. Кинопленка для видео не подходит. Цепь, заяц. Кролик тут не поможет. Жаль. Нужно побольше экспозиции. Я не успеваю зайти, так или иначе. Пари. Ты. Что-то си, по крайней мере. Старость. Мои ноги меня убивают. Когда это все закончится? Охрана! Она все равно нас видит, эй, блин. Меня мозги не ши... Это... Так, слушай, давай попробуем съездить обратно к этой... Подруженцы, скажем, что у нас есть вот такая вот пленка, какие-то там фотки, и может она нам поможет, пока мы делаем одно, она там поменяет пленки, я не знаю, сейчас посмотрим. Надо отключить эти ручки и проникнуть к ней в ту комнату, пока она там что-то делает. Ого, думаю, она не для меня ищет. Так, а куда она делась? Так, это мы уже все разгадали, погоди. Нет, значит, все, здесь точно ничего не надо. Ой, бляха. Эта баба куда-то, она убежала, короче. Не достать, не достать. Не врубаюсь, что еще-то можно сделать? Так. Повернуть.
Опять все не то. Опять. Ясно. О! Здесь немного повозить. Надо было, короче, два раза почему дергать. Почему бы тебе не пошутить? Я совсем не знаю шуток. Короче, вон, он был два раза. Знаете, это напоминает мне классный анекдот. Про... Супер. Так, пока никаких идей. Так, теперь нам нужно зайти, наверное, в эту комнату. Так, сюда применяем пленку стопудово. Это для пленки. Да. Следующий слайд демонстрирует более жесткую стратегию корпорации. Прикольно. Если вы слышите меня, я покаркаю. Итак, люди должны продвигаться по карьере и не мешать другим. Вот об этом я как раз и собираюсь порассуждать. Я приготовил свое место для кое-кого, кто займет его в Корли Моторс. И это отнюдь не варюга Адриан Риббургер. Рип, твое место не в руководстве моей компании. Твое место в тюрьме. Я позволял этому типу слишком много болтать, а своей дочке не давал шанс. Он был неправ, и я был неправ. Я должен был быть на ее стороне. Я надеюсь, Марин, ты простишь меня, возглавишь Корли Моторс и будешь руководить им, как считаешь нужным. Отлично, ну все вот понятно. Вот что я думаю, как же черт изменить все это? Я... Старая версия, друзья. Я прошу прощения. Вы новая версия. Были прослушать старая. Запись новая. Сеанса Малькольма у психиатра. Перед кончиной он страдал параноидальными видениями. О, классно. Ему являлись грозные силы, которые возникли внутри него самого. Это одна из них. Дамы и господа, меня зовут Морин Корли, и у меня есть что рассказать вам. Вы скоро увидите, почему этот человек должен сидеть в тюрьме. Эй! Куда он поковылял? А, вон он идет. Прикольно так смотришь, что было раньше, сейчас это, конечно, вообще. И потом он послал своих головорезов за мной. Так, этот сматывается на грузовике, мы за ним. Ну, беги, Риббургер. В свое время мы отправимся за твоим блестящим трейлером. Да, конечно, у нас есть все необходимое оборудование. Есть вопросы? А, голос дьявола. Иди сюда, Бен. Прикольно. Ну не классно ли, Бен? Мы, наконец, там, где и должны были бы быть. Итак, после того, как мы починим... Тихо, Токачку! Поедем вызволять мою банду из тюряги. А потом ты пойдешь покупать головокис. Не напоминай. Не ной. Тебе предстоит разбогатеть. В этом месте я устрою уголок мира и покоя. Ага, ясно. Класс. Бля, в пикселях оно даже лучше, интереснее смотрится. Смотри, вот оно так, а вот оно так.
Класс. Вот оно так, а вот оно вот так. Вот это нормально. Ты не мог бы сделать, чтобы эта колымага ехала побыстрее? Самолет, который ездит. Без крыльев, кстати. Охренеть. Так, чё нам делать? Смотри, давай что-нибудь ломать. Так. Не получится. Не получится. А что у нас есть? Лом есть. Давай лом туда. Очень маленькая. Маленькая цепь. Я берегу эту цепь для друзей в ста... Зайца. Забавно. Забавно. Че, серьезно, что ли? Просто так вот зайцев туда? Забавно. Действительно, забавно. Так, давай что-нибудь делать. Не получится. А что еще мы можем сделать пока? А, во, вовнутрь же сзади. Я не могу. Этот вентилятор как большая мясорубка. Ага. Ага. Так, ладно, подожди. Если я дотронусь, она свалится. Допустим. Нет. Очень маленькая. Я не могу. Ага, нам еще нужно это за определенное время успеть сделать. Ну, зашибись. Дай мне попробовать еще. Давай, давай, попробуем еще, конечно. Нет. Так. Открыли. Что с этим, блядь, можно сделать? Облизать. Не хочу болтать впустую. Нет. Не получится. Стреляет. Не получится. Если я дотронусь, она свалит. Если я дотронусь, она... Если я дотронусь, она... Если я дотронусь, она свалится. Да и черт с ней. Если я дотронусь, она свалится. Не получится. Я не могу. Этот вентилятор как большая мясорубка. Бля, да что тут еще-то можно сделать? Только если эту штуку тут держать, но я не успеваю ничего другого принять, предпринять. Так не работает это. Блядь, это пиздец. Дай мне попробовать еще. Итак, после того, как мы починим тачку, мы поедем вызволять мою банду из тюряги. А потом ты пойдешь покупать деловой костюм. Не напоминай. Не ной, тебе предстоит разбогатеть. Ну, в этом месте я устрою... Честно говорю, я сейчас быстренько посмотрел, что там делать. Пишу, что нужно открыть решетку радиатора. Короче, вот эту вот, да. Потом нужно вот это вот сделать. И нужно успеть выхватить у него трость. Вот как это сделать? Я понимаю, что нужно сделать, пока вот эта штука, вот эта вот... Не получится. Что значит не получится? Давай. Но как выхватить у него трость? Вот, вот, вот нужно было. Видел, там было? У меня не получается просто. Не получится. Понятно, что нужно здесь что-то сделать. Вот! Трость! Тебе понадобится больше, чем трость, когда я доберусь до тебя. Давай, давай уже. Так, трость. Да ёб твою-то мать, вентилятор. Логично. Забираемся. Ага, выбираемся отсюда. Да, все верно. Порядок. Ломаем. Нет? Не двигается. Не двигается ногами. Нет.
Нет, что у нас? Лом. Не вижу в этом ничего. Приберегу эту цепь для друзей в старом коне. Понятно, ни черта не получается. Здесь что можно? Я надеюсь, он не знал, что я вернусь сюда. Я тоже надеюсь. Давай что-нибудь сделаем, а? Я надеюсь, он не знал, что я вернусь сюда. Так, и что мне это дает? А, вот другую, ага. Не угадал, да? Какую-то. Какую-то из них надо. Что, нет, серьезно, что ли? Я надеюсь, он не знал. Нет. Да что нет-то? Нет. Так, хорошо. А что здесь еще можно сделать? Можно вылезти, залезть обратно. Погоди. Так, закроем, давай. Не получится. Да почему не получится, блин? Он, смотри, в натуре он говорит никак. Тачка, нет. Вентилятор. Не получится. Я не вижу другого варианта. Нет. Не двигается. Я надеюсь, он не... Приберегу эту цепь для друзей в старом каньоне. О, есть, угадал. Кто не нападет на меня сзади? Ага. Понял, короче, бедин отсоединили, тачка не едет, залетела туда. Блять, это пипец. Вот так это все выглядело раньше, друзья. Ты же сказала, что он не двигается. Я сказала, что он не летает, но на нем можно ехать. Да, хорошо бы полететь, особенно перелететь через пропасть. Рибургер, ты собираешься прикончить нас всех? Шш, Бен, не порти финал. Как остановить эту штуковину? Из кабины самолета. Ну давай, вот лестница вижу, давай вперед. Пригнись! Осторожно, Бен! Так, ну еще дальше-то пойдем, нет? Много чего проверять. Могу попробовать. Так, давай вот так вот, да. Не оно. Взлет, приземление, авария. Полет, приземление, авария, авария. Потеря управления, поломка двигателя, мобилизация. Самоуничтожение, претендент, связь, пассажиры. Слезоточивый газ, маскировка, нейтрализовать. Не отвечает. Так, ладно. Взлет, полет, приземление. Приводнение, приземление, вынужденное. Сигнализация. Пристегнуть ремни, катапульта. Эта система сильно повреждена. Хорошо. Взлет, готовность, набор высоты, режим. Задать курс, проверка системы, шасси. Убрать. Что ж, ничего. Гениально. Жесть! Бен, что ты сделал? Все, остановились на самом краю. Ну, конечно же. Офигеть, друзья. Это просто... Я ахере. Бен, Бен, ты жив? Живой. А как там Рибургер? Я вижу. Готов, спекся. Быстрее, поднимайся сюда. Так. Его не достать. У
Утечка горючего, главное меню, меню груза, двигатели, меню защиты, вооружения, готовность оружия, отделить прицеп. Так мы упадем. Назад, погоди. Меню двигателя, запуск. Не угадал. Ладно, двигатели мы не это самое. Надо, значит, цепить его, все. Ой, ой, а что это я опять? Черт. Дай а что это нам два раза-то? Так, пропускаем. Пропускаем. Быстрее, поднимайся сюда. Давай, делаем все то же самое. Так, вес, температура, параметры. Груза нет, хорошо, назад. Меню груза, меню двигатель. Назад, защита, вооружение, управление, поддержка, состояние. Хорошо. Хорошо, они предназначены ваши или для защиты собственности Карли Моторс. Хорошо. Они не должны использоваться для коммерческих целей и решения споров. Спасибо, пожалуйста. Защита, вооружение, управление, огонь, отключить, цель. Орудие не двигается, хорошо. А, понял. Так, подожди, вооружение, поддержка, состояние. Да не то. Шасси, линии, окна. Блядь, что-то здесь всего столько. Управление, цель, огонь, отключить. Орудие не двигается, подожди. Ой, цель поднять. Орудие не двигается, хорошо. Сейчас, защита, вооружение, управление, огонь. Я думаю, ты труп. Понятно. Это тоже не работает. Дай мне попробовать. Пиздец. Быстрее, поднимайся сюда. Сейчас, погоди. Значит, стрелять нельзя. Утечка горючего. Так, ладно. Давай сделаем проще. Меню груза. Вес, температура, параметры. Груза нет. Хорошо. Температура 64 градуса. Вес 0 футов. Назад. Отделить прицеп. Запрещается использовать груз для защиты. Рекомендую включить тревогу и обратиться в полицию. Да ты чё, серьезно? Чё-то херня какая-то. Или улучшение внешнего вида. Честно, вообще не могу понять. Состояние понятно. Нахера я это делаю? Может, просто нужно убежать, да и все в самом деле-то. Так. Ага. Правильная реакция. Так, это типа мы отключили, да, все? Сука. Быстрее, поднимайся сюда. Так, давай быстро в кабину, мы уже знаем, что делать. Так, главное меню, защита, вооружение, управление, отключить. Так, допустим... Как поэтично.
Ага, смотри, в кабину все равно лезть не надо. Дай мне попробовать еще. Дает выбор только залезть обратно в кабину, и все взрывается. Быстрее поднимайся сюда! Вот, все, смотри, он больше ни черта не дает. А, нет, дает. А почему так странно, ладно? Ну давай еще раз, защита, вооружение, управление, отключить. А теперь давай это самое уходим. До чего вот доводит постоянная работа? Все нормально, он почему-то не переключался сюда. Так, все. Вернитесь, вы нам нужны для веса в самолете. Вы нам нужны для веса в самолете? Ага, как в боевике прям. Нихера не успел? Это что-то... Любое решение, оно приводит к одному и тому же, ладно. Быстрее, поднимайся сюда. Для веса в самолете. Так, смотри, делаем все то же самое. Защита, управление, отключить... Это вообще просто. Так, и уходим обратно. Вау. Так, сейчас все бегут куда-то. Если я нажимаю бежать, он взрывается. Почему-то. Стойте, вернитесь. Вы нам нужны для веса в самолете. Я не врубаюсь. Я просто не понимаю. Быстрее, поднимайся сюда. А может быть, не надо ни хрена делать? Давай ничего не будем делать. Осторожно, Бен! Я беру тебя и твоих друзей с собой, Бен. Все верно. Что ты делаешь, это неправильный метод лечения. Он не дает нам спуститься вниз. Значит, мы должны его сбросить. Все это ясно и понятно. Это мы делаем все правильно. Вот теперь можем спуститься. Что там-то делать надо, блядь? Реально не догоняю. Стойте, вернитесь. Вы нам нужны для веса в самолете. Ну я не врубаюсь, вот я не понимаю. Черт. Так, повторяем еще раз. Вооружение, управление отключить. Так, с этим все понятно. Что-то он не очень доволен. Спускай. Вот сейчас внимательно надо посмотреть, что еще там можно заюзать. Что еще там мы не досмотрели. Все выбежали. Стойте, вернитесь. Вы нам нужны для веса в самолете. Машина, бензин, огонь. Вот здесь байк. Он неактивен. О! Ёб твою! Вы серьезно, блядь?
Вот нужно было подойти к нему, а не бежать. Ой, ёпта. Он становится активным. Сейчас мы либо это все выкидываем нахер, либо что-то еще, я не знаю. Наверное, выкидываем нахер. Нет, блядь, он на байке поедет. И типа он успевает. Ну, сука. Я хуею. Это пиздец. Жизнь была для него игрой. И он играл в нее по своим правилам. Бля, слушай, ну вот пикселями нарисовать вот это все в те времена, мне он кажется, было намного жестче. Реально, это намного сложнее, мне кажется, чем для вот большинства это. Из нас. И продолжает вдохновлять всех нас. Он дал нам свободу. Он дал нам силу. Он дал нам крылья. Он дал нам колеса. Спасибо, Малькольм Корлей, за то, что ты дал нам мечту, которая никогда не умрет. Итак. Итак? А может, нам пообедать как-нибудь на следующей неделе? Ага, можно. Обед звучит классно. Ничего ведь не изменится, Абен. Я имею в виду от того, что я стала теперь главой компании. Живу во дворце и раскатываю в лимузин. Это ведь не означает, что мы не будем проводить время вместе, а? Послушай, Мо, ты теперь больше не должна возиться с такими, как я. Ты теперь в другой лиге. Но, Бен... Минутку. Алло? Что? Нет-нет-нет, это идиотизм. Ну не придурок ли? Отложи встречу на 5 часов и скажи заводскому начальству, что я сама приеду и проверю все это. Я знаю, я об этом сказала. Свалил просто, ну тебя нахер. Простите, что вы сказали? Нет-нет-нет, во-первых, этот сплав был с трещиной. Ага. Да, 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 хорошо, отлично. Все, типа вся в делах, а он уехал. Закат. Ха-ха, класс. Вот и все, друзья, вот такая игра. 96-й год. Локализация игры в 96-м году, адаптация и доперевод в 2017 году, друзья, был вот этот ремейк сделан. Ну, в принципе, для 96-го года... Вот этот пиксельный арт, он офигенен на самом деле. Можно было бы поиграть игру чисто в пикселях, но как бы я для сравнения переключал иногда туда-сюда, было прикольно. Друзья, если вы впервые на канале, обязательно подписывайтесь, ставьте все колокольчики, чтобы вот такие вот игры ретро к вам попадали, вы их смотрели, их прохождение вместе со мной проходили. Репосты, комментарии приветствуются. Ну и, конечно же, лайки, пальцы вверх под видео, поможете мне, моему каналу, скажу вам большое спасибо. Вот такая у нас игра была. Старая, добрая, прикольная игра. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего, удачи. Пока-пока.